Че, дед? Всем привет. Всем привет, да. Мы в сереньких шапочках. Да, ты только иди смотри под ноги. А да, под ноги надо смотреть. Вот такая дорога у нас. А мы на рынок. Новые помады. Александр Иванович в новой шапке. Дочка подогнала ему фигу, купила в спортмастере. Сейчас упаду. Ты про что и говорил? Мы за маслицем идем и за говядинкой на рынок. Больно щи вкусные из говядинки. Согласна со мной? С кислой капустой. С кислой капустой. Не, ну правда, действительно, с кислой капустой щи — это вообще песня. Конечно. Так, девчонки, отключаюсь, иначе навернусь. Так, дорогие наши товарищи. Примите наше возмущение. Прими из нашего возмущения. Саша сказал, говорит, я тебя больше на рынок не возьму. Говорит, тебе, говорит, путь только в семейный магнит завязан. Я иду, возмущаюсь до такой степени. Я, наверное, давно на рынке не была, что ли. Ну, недели три, наверное. Ой, купили говядину. 430 рублей уголочки. 450 просили, но это одна 430, ладно. Как будто там эти 20 рублей что-то погод какой-то сделают. Ну ладно. Дело не в этом. Дело в том, что мы еще хотели сало купить. Сало. Или посолить, или там вот я хотела по-корейски сало сделать, попробовать, как вот они там в сладко-кислом соусе вот делают вот эту свининку. Хотела попробовать. Кимчи-то мы уже попробовали, теперь нам еще свининку надо попробовать по-корейски. Но искали мы, конечно, такую вот свининку, чтобы она вот прослоечки такие мясные хорошие были. Подошла к нашим большевицким, у нас там в уголочке с моей деревни торгуют, у них домашняя свинина. Спросила, почем? 450 рублей свинина. Ну, как сказать, вот, ну, вот так сало, и там немножечко вот прослоечек. Как, ну, домашняя свинья, она же не такая, как фабричная. Там жирочек, мяско. Здесь, значит, жирочек и чуть-чуть мяски. Мягкое сало, думаю, Саша просит, говорит, купи мне сало, сама посоли, как раньше мне солила. Вот. Кузьмищи такие были нарезаны. Короче, она мне взвесила чуть ли не на 1000 рублей. Не чуть ли, а 1160. 1160 кусок. Или 16, кусок. Или 160. Ну, конечно, это... Матом нельзя ругаться на Ютубе, но вот я немножко это прихерела, говорю, нет, спасибо. Спасибо, но нет. Ушли, мы стали смотреть фабричный. Я вот против фабричного. Но куда деваться, уже, наверное, сейчас сплошь и рядом мы едим фабричный. Это фабричную свинину. Чума свиная его себе. Или что-то там. И мужик один говорит, заставили всех свиней убить. Сжечь, потому что там болезнь какую-то обнаружили. Я говорю, чума. Ну, чума свиная. Ну, мы купили кусочек в рассоле его там, или как мы сделаем. Ну, посмотрим, как сделаем. Может, даже это сварим в этой луковой. Чихуе. В чихуе, да. Если чихую найдем. Луковую. Ну, короче, как-нибудь приготовим. Может, по-корейски сделаем. Сами еще не знаем. В общем, как настроение нам. Как харизма. А то с картошкой пожарим, съедим. Да. Ну, факт то, что 380 рублей фабричная свинина с прослоечками. За этот кусок мы отдали 600 рублей. 600 рублей за сало. Решила Ирка камбалу купить. Зашли мы в рыбный отдел. Выбрала я камбалу. Он мне взвешивает одну рыбину камбалы. И я так, это, мало того, слепая, да еще глухая уже стала. Он мне рыбу протягивает, значит, взвесил ее. А, 450 рублей килограмм камбала. И я ему 500 рублей, он на меня глаза так вытрящил. Чего вы мне 500 рублей даете? Думаю, ну, наверное, это надо помельче дать. А он мне говорит, 700 за рыбу, за камбалу, 700 рублей. Я говорю, спасибо, но нет, без рыбы ушли. Мойва, 350 рублей килограмм. Тилапия, 550 рублей килограмм. 500 рублей килограмм. Сашка говорит, я тебя больше на рынок не возьму. За молочку я отдала, значит,
почти 500 рублей. Колобочек масла мы взяли 300. И сливочек баночку взяла 150, по-моему, да? Ну, около 500 рублей. Вот такие вот денежки. Было у меня 2000, и не стало у меня 2000. Сейчас пойду, мамке тоже купила говядинки, кусочек, потому что она сама не купит. В прошлый раз я ей купила, она мне говорит: ой, спасибо, доченька. Из говядины мы поели щи. Я говорю: мама, что тебе мешает купить говядины? Ну, я так понимаю, все деньги, которые 3000, которые я ей даю, она пытается купить что-то подешевле, потому что она изыскивает возможность отдать ему на сигареты. Курит он каждый день по пачке. Пачка эта стоит очень дорого, и ничего не хотят слушать. Я говорю: Саш, ну надо бросать. Не, он не будет бросать. Он привык это свои, как сказать тебе, хотелки ставить на первое место. А мама ему всегда как потакает. Я права, Саша? Права, но он сейчас не бросит. Чего же без толку говорить? Не, все бросили наши мужики, а он не бросит. Ну, хрен на них. Вот, в общем, я без ее ведома, с ее денег, купила ей уголок говядины и купила ей хороших яблок. Она просила у меня вчера яблоки. Я говорю: мам, мы уже съели, у нас что, на одной ветке все яблоки-то были эти зимние. Я говорю: яблок нету. Она: ну ладно, я пойду куплю себе. Я говорю: ну давайте яблочек куплю хороших. Я сама себе куплю. Я знаю, какие она купит. Поэтому мы купили ей хороших яблок. 80 рублей килограмм. Сейчас покажу. Я вот купила ей уголочек. И вот такие яблочки. Сказали, что карамельные называются. Яблочки. Разгромил опять всю кухню, тварь. Всю плиту, блядь, изломал, козёл. Ир, да мать-то не надо, ты не надо. Ну вот, 2000, на что купили мы. Брала с собой 2300 рублей у меня осталось. 1700 я отдала. Грудинка говяжья. Вот такая прослоечка. Колобочек масла и сливочки. Ну и хлеб чубовский. Вот. 1700. Девочки, посмотрите, какой у меня котик получился. Мальчики, не смотрите. С усиками. Мальчикам не интересно рукоделие, Саш, поэтому... Вот такой вот спортсмен пошел кататься на коньках. На половичке. Раньше полянку вязала, думаю, ну полянка-то сейчас ни к чему же. Такой половичок домашний. Коньки. Ключ повесил себе. Закрыл дверь, пошел кататься. Котик связан из пряжи норка. Сейчас отнесу Катюшке на работе. Хочу поставить ей, чтобы любовалась. Я там котика ей первого вязала. Что-то он прям такой неважный. Я говорю: дай мне его, я переделаю, а этого поставишь. Получился. Начала вязать еще одного котика. Бедро. Голова. Туловище. А сейчас идем опять маму провожать домой. Опять вчера. Нет, уже металлической шваброй вчера я била брата. Он опять пьяный.
Он опять ее заставлял занимать деньги. Она опять заняла 1000. Сейчас вот надо эту 1000 отдавать. Ладно, хоть я купил ей мясо вчера. Ой, в гроб загонят, ей-богу. Отнесли Катюшке котика, внедрили маму опять домой. Брательник там лежит, помирает. Сказать нечего по этому поводу. Сказала, что швабра с металлическим наконечником будет его все. В следующий раз, если опять провинится. Вот такую вот нам колбаску посоветовали купить сегодня. В продуктовом магазине по советской 78. Это чья же такая колбаска-то? Категория А. Производитель Оренбург, Саш. Колбасный цех. И.П. Гейн, В.М. Кто-нибудь покупал, девчонки? Вот, не знаю. Или они просто для пробы берут и уже как бы пытаются нам всем дать попробовать, чтобы мы поняли, вкусно-невкусно. Тоже это может быть такая акция от магазина. Потому что сервелат очень много там у нее представлено. Ой, а какие креветочки там девочки только завезли. Сырые, не вареные. Саш, 800 рублей, да, килограмм? Крупненькие, прям королевские. А вареные 660, да, Саш? 660, по-моему, рублей килограмм. Ой, пятерки купила огуречки. Ванилина нету, купила опять ванильный сахар. Разрыхлитель теста. Каменную соль взяла. Капусту солить. Ну, вообще для засолки идет каменная соль. И яйца категории С1. Сегодня собралась опять испечь я пирог. Тот самый, который до этого пекли с творогом, потому что очень понравился сам по себе вкус этого теста. Да хватит шуршать, что ли, там? Шуршалка. Это мы просто есть хотим. Время-то 3 часа, а мы не обедали. Пока проходим туда-сюда. Ермолинские пельмешки варим. Все, что ли, деда? Ну, вот осталось чуть-чуть. Чуть-чуть осталось. На одного человека, да? Ну, ладно. На одного не хватит. На одного не хватит? Ну а зачем тогда варил бы все? Чё и ты? Чё потом их? Доел бы потом. Ну а что ты, если даже на одного не хватит? Ну 10 штук осталось. Да ну вари все, потом вареные даешь. Ну, в общем, вот такие у нас дела. С мамой прям, я не знаю, беда. Сегодня ей говорю опять, ну что, деньги опять возьмешь? Она говорит, возьму. Я говорю, ну он опять утащит у тебя. Опять шуршит. Не буду, потому что потом... Шуршалка, ну не даст поговорить с людьми. Да давайте на здоровье. Вот. Взяла опять 3000, не знаю, как они там будут. Сейчас, наверное, будет отхаживать его. От питья. Всем добрый вечер, готовлю ужин. Свиные отбивные. А здесь гречка. Это специи и перчик молотый. На топленом масле жарим. Вот так у нас жители Донбасса. Через прекрасную тончайшую материю, говорящую напрямую с душой человека, будут связаны братские территории. Лола Гасанова, Вести ИМА. Иркутск подготовил помощь для наших бойцов в зоне спецоперации. Это продукты и специально оборудованный автомобиль. Отсаливает. Баночку с собой таскает. С огурцами. У нас все по-простому.
без изысков. Банка на столе. Да, Саша? Да. Приятного аппетита, что? Вам всем тоже. Че, мамулик? Вкусно? Вкусно, что ли? Вкусно. Всем доброго утречка. Но у нас такая мерзкая погода. Плюс 2. Ледяной дождь был. Но вчера я ходила маму домой, внедряла. Мы все-таки это, ну, ушли, не скользко было. Растаяло все. Я думала, сейчас как утром подморозит, и все. И будем как это, на коньках. Но нет. Правда, мы шли-то немножко, но все равно можно было дойти, но она себя плохо чувствовала, мы поехали на такси. Ой, 2 дня она у нас была. Опять этот там чудак наш чудил. Ну, не знаю я. Как я ему сказала, говорю, Сашка, жалеть больше не буду, говорю, пойду в полицию. Еще раз ты начнешь ей тут мозги. Ну, говорит, и что он занял денег, ему 10 тысяч надо отдать. И она выплачивала ему эти деньги. Боялась мне сказать. Я говорю, ты почему молчала? Говорю, я ему такие долги показала. Нет, потихоньку выплачивала, молча. Я не знаю, это что за люди? Нормально не живут и другим не дают. А у меня завтрак. Рисоблин. Там у меня сыр и томатики замороженные. Ну и кофе с молоком. А потом вам покажу новую котейку.